Всем привет! Вы на канале Мисс Элис. И тебя не видно за коробкой. Ладно, еще раз. Всем привет! Вы на канале Мисс Элис. И со мной сегодня снимается Ник. Здравствуйте всем. Привет-привет! К Алисе приехал братик в гости. У него тоже есть канал. Мы ссылочку оставим в описании. Подписывайтесь, смотрите. Ты летсплеи снимаешь же, да? Да, и, ну, и на Нейрептире, и по Лего. Ну, я все снимаю, короче. Вот, в общем, там очень интересно. Мы уже подписались и смотрим с удовольствием. Алис, что мы сегодня делать-то будем? Мы сегодня будем играть в игру «Тонкий лед». Ух ты, про пингвинчиков. Да. Давай тогда раскрывай коробку, будем смотреть все, что внутри, и собирать. Да. Два молоточка есть. Это, походу, стойка. Так. О, смотрите. Штучка уже с двумя ногами. С двумя ногами, скоро пойдет. Это сама, которую мы будем крутить. Да, рулетка. Рулетка. И мы точнее тут сама три или... Ну, короче, я не знаю, что. А если попадется нам вот этот знак, тогда все, никто. Все, игра закончилась, все проиграли. Когда передается ход. Да, я думаю, да. О, Алиска, ты уже ножки собрала? Ничего себе, какая ты молодец. Так, мороточки изъяли. Поехали. Ну что, игру собрали? Да, у нас есть пингвин. У нас есть пингвин, который стоит на льдине. Да, и мы нашли тут какие-то кусочки, которые я вам рассказала. Вот смотрите. Мы, если нам попадается вот это, мы берем одну белую, кидаем. Если вот это, любую, либо белую, либо синюю. Если вот это попадется, значит берем синюю. А если попадется вот это, значит пропуск кода. Угу. У нас еще есть молоточки, мы вот так выбиваем, да, белый, и мы вот так выбиваем синий. И пингвин должен не упасть. У кого пингвин упал, тот продул. Да. Отлично. Кто начинает, давайте на камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Опа. Кирюша начинает. О, три синих. Одна синяя. Просто цвет так указан. О, все. Алиска, крути. Пингвин пока стоит. Белая. Одну белую. Давай, белую. Я вот это вот буду. Алиса полчаса стучит. Зато аккуратно, правда? Да. Так. Отлично. Кирюша. Белая. О, синяя опять. Опять синяя. Кладоискатели такие. Потихонечку. Пингвин стоит. Пингвин хорошо. Шатается, но стоит. Алиска. Любой. Отлично, любой. Синий. У меня уже два синих, у тебя одна белая. О, как быстро. Синяя. Синяя, молодец. Нет. Так, теперь мой. Так, да, уже четыре льдинки нету. Белая. Ой-ой-ой, это опасно. Не опасно, наверное, не упадет. Может синенькая рядом упасть, смотри, висит. Ну, не упалась! Не упала пока. Пока идете нос к носу. А я не говорила, пингвин, когда упадет, всех покусает. Давай, бей синюю. Смотрите, что они делают. Микки Маус. А здесь два глаза, а здесь... Нет, минус ход. Держи. О, Алиска. Синяя. Дубль два, синяя. Да прямо из-под пингвина выбивай, что сразу. А что он упал бы? Ой-ой-ой, две упало. Ну ничего, пингвин пока стоит. Да, главное пингвин. Главное пингвин. А тут
то, кто будет брать. Делайте ставки, кто выиграет сегодня. Опять пропуск хода? Алиса? Так где честно? Почему? Синяя. Синяя, давай. Мужчина. Зато у Алисы есть шанс проиграть. А мне выиграть? Ну, с такими-то пропусками хода. Алиса все льдины повыбивает. И одинокий пингвин. Да, белый! Белый! Поехали, какой? Ничего себе, вот тут опасно. Вот кто-то тут стоит, все, Ханна пингвину. Не, я туда вообще не полезу. Да. Даже на секунду. Беда там случилась. Мой ход. Пропуск хода, Дина подтаяла тут у вас. Да, любую. Так. О, ничего себе, как быстро. Да, или это что-то другое упало? Это что-то другое. Это что? Да, все, лед тает, пингвин уже на стопельке. Кто-то продует, походу. Синяя. Ну, не точно я. Ой-ой-ой-ой-ой. Вылетела синяя? Сама. Вообще, конечно, не особо честно, ну ладно. Нет! О, когда хорошо? Наверное, надеюсь, ты проиграешь. Добрый давай. Братик. Любой давай. Смотрите, как уже тают льдинки под пингвинкой. Есть! Белый. Молодец. Так. Синий. Синий. О. Блин, мне тут ничего не надо. Ничего не надо? Крестик какой-то. О! Спасибо! Пускай тот, который я ромар, пускай наваляется. Так. А пингвин уже в шоке, он в лице поменялся. И, кстати, похож тебе на снежинку. Да. Белый. Есть такой, на снежинку похоже. Белый, давай. Ты давай бей. Да ты сейчас по пингвину стукнула. Ты убила его. Ты убила Кенни. Лени, нет. Господи, они убили Кенни. Давай. Выбивай. Зато пингвин живой. Все, пингвин вообще стоит тут. На одинокой льдине. Ну, молодец, Алис, ты держишься. Вернее, пингвин держится. Пиши, я пропью. Это я держусь. Пингвин сейчас летать так научится. Блин! Синяя? Ой, а синих-то тут и... Нет, что, я не буду. Надо! Нет! Давай! Ой-ой-ой-ой! Там синий не вывалился. Синий вывалился один, вон он. Ура. А, тут много синих, но любую возьму. Вот этот вывалился синий. Так. Вот это. Вот бы пропуск хода сейчас был. Так. А ты положи и крутани. Не получается никак. Нормально. О, давай, белую. Ну, это, конечно, все. Все, это Ханна. Алиса. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, я победил. Пингвин утонул. Мама подписалась. Алиса думает, что мама все время проигрывает, поэтому пора подключить маму в дело. А что, я первая, что ли, кручу? Да! Какие добрые детки. Белая. Мама один раз стукнет, пингвин уже пошел просто. Держи. Я выбила белую. Ты. И почти синюю. Дай на камеру бумагу, кто первый будет. Наверное, я буду. А что мой брат? О, синяя! Синяя. Теперь ты. Так. Ну, все, две минус. Так, наверное, побольше. Белая. Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим.
белая. Так, мама. Мама, Леночка, давай. Опа, любую. А у меня вот это вот почти добито. Держи. Сейчас пока еще просто, они еще все это по кругу стоят. О, белая. Хочешь сказать синяя? Белая. Ну, ты хитрец. Так пингвин, он уже мандражирует, он уже встал. Он хочет... Чего ты на это смотришь? Он хочет еще спать. Ты хочешь, чтобы зрители подписались? Ага. Подпишитесь. Подписывайтесь, он просто знает, кто самый этот опасный. Пропуск хода. Пропуск хода, давай. Да. Теперь я. Поехали. И... Это нечестно. Ты сейчас будешь просто двигать. Да что ж такое? Ну вот, белый. Он подвинулся. Мне вообще неудобно, потому что я смотрю в объектив. О, и, пожалуйста. Спасибо. Я заберу. Теперь я. О, любую. Не повышай голос, пожалуйста. Я называю это не переходите на ультразвук. Все, теперь это застряло. Да, рано дугую. Давай. Вот это. А это и застряло. Я вывалю. Все, тебе ты. Так, Алиска. Любую. Любую. Капельку еще упала в воду. Молодец. У меня все белые. Так, мамочка. Не, у мамы... Пропуск хода. О, любую. Или как? А, любую. Да, любую. Нам что-то на любую сегодня везет. Так, тебе. Есть мне. Такое дело. Есть такое дело? Да. Что, китаец? Я китаец. Любая. И вы сдеваетесь? Я беленькую хочу. Давай. Алиса опять делает ему там пропасть. Ты самая опасная для пингвина, вот поэтому на тебя и косится. Пропуск хода. Пропуск хода, по-моему. Нет, белая, белая. Вообще посередине можешь перекрутить. О, хорошо. Опять то же самое, да? Белая. Белая, ну давай. Ой-ой-ой. А там опасно! Ой-ой-ой! Это я вам специально делаю, чтобы вы проиграли. Точно! Алиса, он нас подставляет. Кто подставил кролика Роджера? А это червячок пирог! Не хочу! Ой, червячок, не кончись! Да, привет, дядя! Прыгаем без парашюта. Наверное, дико страшно. Так, Алиса. Топи сразу пингвина, оглуши его, чтобы он ничего не почувствовал. Нет. Есть. Молодец! Да у меня все белые. Ну, радуйся. А у меня пять. Пропуск хода. Мама, что можно мне? Дай я съем. Ты что-то халявишь? Да вообще, сама в шоке. Любую. Так. Вот такая на сегодня была игра у нас, ничья. Всем пока и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.